8 человек стали жертвами крупной аварии с участием пассажирского автобуса в Турции. Около 30 получили травмы. Состояние нескольких пострадавших оценивается как тяжелое. Известно, что автобус следовал из Стамбула в Хатай на юге страны, однако в 20 километрах от города Ахсарай он перевернулся. На месте происшествия сейчас работают медики и спасатели. Причины аварии расследуются.